Один Мустаева сегодня совершенно официально на работе сидела ВКонтакте и читала все, что вы написали. Она изучила все паблики и сообщества и даже пролистала Инстаграм. Не позор, а позорище, пишет автор заметки, который вообще недоволен работой канала. Живет человек на Бытевградской в доме номер два. И вот меняет он фильтры, а на них вон что. Жаловался, приходила инспекция. Год вода из-под крана была терпимого качества, а теперь опять 25. Дмитрий Иванов с улицы Большевицкая поддерживает качество воды в Саранске никуда не годное. Фото прилагается. Минусим всем ответственным за сие безобразие. Это в корне ничего не изменит, но гнев людской хотя бы дойдет до адресатов. В доме на Волгоградской тоже дело труба. Александр Шаркович сделал фото в подъезде. На нем видно, сантехники полипропиленовую трубу закрепили надежно розовой ленточкой. Мило-то как и небезопасно. «Кто же так делает?» – спрашивает Сергей Никитин. «Надо синий за лентой». Нашего человека юмор спасал во все времена. ДТП было по традиции много. На перекрестке улицы Республиканской Титова столкнулись газель-грузовая Намарка На улице Победы трактор сгреб в ковш снег, и машину пострадавших нет, только обиженные еще бы. На Химаше тоже неспокойно было. На проспекте 70 лет октября не разъехались две легковушки. Ну и в центре у 10 школы накануне столкнулись, со слов автора, фото четыре машины и два троллейбуса. Ну а в Качкурово перевернулся КАМАЗ. Написано, что с пряниками. Комментаторы отметили, вот и случился. На чьей-то улице праздник. Андрей Агафонов похвастался фотографиями, на которых запечатлен он сам. Андрей – промышленный альпинист. И селфи его, ну, очень специфические. Мы за вас переживаем. Будьте осторожны. Лайк от редакции сегодня улетает всем тем, кто словил новогоднее настроение. Ваши позитивные фото, где главный герой – елка, очень украшают интернет. Хочется сразу есть мандарины и верить в Деда Мороза. Пишите еще, снимайте видео, выкладывайте фото. Нам все интересно. До встречи на просторах интернета.